ждали соседний столик. Это у нас Ирина Киек со своими экзотическими растениями. Очень красивые. Тут можно долго-долго разглядывать разные растения. Все цветущие. Очень интересные. Вот туда же Каберне Монтана махровая. Вот уже цвести собралась. Сколько у нее соцветий. Такое интересное. Тоже, ну, это все будет цвести весной, летом, все лето. А здесь у Иры есть и садовые растения. Вот тут вот гибискусы махровые разные. Лагерстремии. Следующая выставка, кстати, у нас 18-19, здесь же в Бон-Пассаже. Вот такой гибискус махровый, очень красивый. Гранатник, лагерстремии. Вот это вот красота. Это что у нас? Не подписано. Не скажу, хозяйки нету, хозяйка ушла. Вот такой интересный папилон махровый. Жасмин желтый махровый. Клеродендрум бугандийский. Вот, смотрите, как он цветет. А это подскажи, Ир, что это такое? Вот это. Камелия, да, да, да. Это розовая камелия, это белая. Вот. А это тоже камелия? Ага. Это только варигатная, да? Вот такая 3000 стоит, да? Да. А вот это 1500. Ага. Так, у Ирины тут еще есть вот такие. Это ручная, да? Ручной работы. Да. Там супруг делает. Вот такие шкатулки. Под драгоценности разного размера. И вот в этой маленькой обычно преподносят кольцо, серьги любимому человеку, допустим. Не во вшивой коробочке, а вот в такой вот красивой. Вот. Такие поделки можно мебель такую передавать по наследству. Своим детям и внукам. И правнукам тоже достанутся. Вот такие интересные вещи. Ручной работы. А также сумки вот такие вот. Вот. Так, идем дальше. Что у нас здесь? Так, у нас здесь олеандры разные есть. Махровые, розовые. Лесные кактусы, филодендроны, диффенбахи, бегония только интересная. Пятинанты, колотеи разные. Он какой яркий. Полюс яркий какой. Это пищит. Тут очень красивые у нас. Как их зовут-то? Блин. Как их зовут? Как их зовут? А бальзамины, боже мой. Бальзамины махровые. Очень красивые. Красные, белые. Вечно цветущая бегония. Суккуленты, бегонии. Такие красивые бегонии. Бегония Мейсона. Такая красавица. О, какой махровый, красивый. Колиус. Махровый, говорю, кудрявый. Подсобка? А вот тут вот черная дверь. Так, это у нас эуфорбия цветущая, крупноцветковая. Ионим или как он? Ахризон. Дерево любви. Да, дерево любви. Ахризон, да. Когда-то у меня был, я уже забыла, как он называется. И суккуленты тут у нас очень такие красивые, жирненькие такие. Кактусы. Хавортии.
каком месяце, не знаю, в смысле, не полгода. Да и уже буксор. Сейчас мотор, мотор все покасает. Так, дальше идем. Это здесь у нас столик. Сансевьеры вот такие хани. Вы еще не расставились, да? Ой, я еще и... Да. Ну, я пока поснимаю, пока людей нету. Так, это кто у нас такой? Это Алаказия? Нет, Хантасома. Хантасома? Хантасома. Есть вот поменьше. Угу. Вот здесь так поменьше. А сколько такая? Все, я ее убираю. А? Сколько такая? Будет стоить? Да. Да это же не вот это, он может быть за 800 рублей. Ага. 800 рублей. Такие драцены. Драцены красивые. Вот фикус этот, Миланин. Ага. Кто любит фикусы, но маленькие. А, это Агланенко, глянь, Агланенко красивое загляденье. Это еще цветет. Это у нас какая-то пальма, да? Это комнатная это, пальма? Да, комнатная. Комнатная, да? Большая. Интересная такая. Вот эти. А, да, вспомните. Налина. Ой, не Налина. Кардалина. Кардалина. Да, кардалина. Залина, кардалина. Кардалина четырех сортов. Разные. Это женское счастье. Ага, женское счастье. Угу. А вы откуда? Я с Кабардинки. Кабардинки. Я одну буду жить, купил вот там часть. Виноград есть. Сегодня один сорт привезли. Ага. А, это уличные. Шоколадные. Уличные, да. Шоколадные. Ну вот, у нас много-много разных участников с разным ассортиментом. Так, переходим на другую сторону и там посмотрим. Есть много там чего интересного. Это столик у нас Лены с миниатюрными фиалочками. Вот такие вот красивые кустики. Вот розовый каскад. Также есть ахименосы. Вот, вспомнила. Ахименосы укорененные. Эсхинантусы, разные сорта, от 100 рублей. Даже детки, даже цветущие есть. Много-много цветущих деток. Укорененные листочки тут у Лены. Так, Лена, где твоя визиточка была? Лена, где твои визитки? Где твои визитки? Да, визитки Лена не положила, но сейчас мы посмотрим визитку Лены. Ампельные трейлеры есть у нас также здесь. Малый стандарт. Куда ты это будешь складывать-то? А вот не знаю. Так, это Ленин. Ленины контакты. Вот. Лена у нас из Краснодара. Здесь у нас дальше столик с хищниками, разные мухоловки, тилансии, такие вот интересные, от 350 вот такие вот тилансии, атмосферные растения. Это контакты продавца. Такие шарики муха. От 150 рублей вот такие вот, в зависимости от размера. Цена зависит от размера. Такой вот столик. Дальше у нас столик с разными растениями декоративно-лиственными. Очень много варигатных, редких видов. Это кумингиана такая вот варигатная. Красивая очень. Так, а это кто у нас варигатный? Валиниана. Ну, можно посмотреть, да? Вот. Вот так он называется. 600 рублей такая стоит. Ой, вот это очень красиво. Это что за сорт? Войлочный, да, такой? Он, да, он пушистый. Такой свежак краснеет. И у него такие огромные колокола. Ой, господи. А сколько? 2000 такой стоит. Вот это тоже очень красивая расцветка. Ну, подсказывайте мне, сколько что стоит. Это, а я еще сама не помню тоже. Так, Каудата Суматра. Ну, такая 200 рублей можно. Она еще тоже краснеет на солнышке. Угу. Так, это варигатная у нас полунейра, да? Полунейра, да. Сколько? 2000 она.
А как она правильно? Полинейра? Полинейра. Полинейра, да? Так называла. А я ее всю жизнь полунейра называла. Так, а вот могу это кто? Могу я неправильно сказать. Как услышала? Это кто? Это Куртиси. Ага. Это Хичкелиана. Ребят, 500, 300. 500, 300, да? Так, здесь. А вот это тоже хоя? Это хоя, да. Сейчас скажу, пахеклада. А сколько такая стоит? Да, 300 рублей. 300 рублей. Интересно, есть такая. Она еще более кустовая, да, чем. Ну, она такая лиана, но очень жесткая, да. Она вот так свисает. Ей больше нравится свисать. На опору не очень хорошо получается. Цветет такая, прям у нее приятный аромат, нежный. В таком достаточно юном возрасте зацветает. Интересная. Вот это вот тоже штука. Это шикарная. Ундулата, да. Ундулата. 1800. Ну, у него лист прям такой прям, жесткий, да, можно сказать, как кора дерева, да? Вот у нее и у инфлаты самые крупные цветы здесь представлены. Так, вот это вот интересное. Инсуларис. Еще 200, там 3 штучки в горшочке посажены. Ну, такая прям не заметишь ее, как палочник, да? Так, это что-то декоративное. Это перчики. Перчики декоративные, да. А, фикусы у нас, да? Фикусы сколько стоят? Они тут разные. Вот, например, Кёрли 700 и 500. Дельтейдея варигатная 300. Это Триангулярис Грин Дрим, там 400 и 500. Алтиссимо Ньюклон. Ой, вот это очень красиво. 500 рублей. Велоза 500 рублей. Господи, Радиханс 300 рублей. Триангулярис 600. Так, дальше посмотрим. Здесь у нас цветущие есть хои. Это хоя Локи, да? Нет? Это акултата. Акултата? Красивая очень. О, смотри, куда. А такая сколько стоит? Есть червоночка, 800 рублей. Красивая очень. А вот такой у тебя сколько стоит? 3000. Там тоже что-то цветет, это что? Это то же самое? Да, ага, то же самое. Вот это варигатное сколько стоит? 500 рублей. Это дисхидия, да? Да, дисхидия. Угу. Тоже тут что-то интересное вот это вот. Это лакумоза 300 рублей крупненькая, только достаточно. Ага. Тоже Куртиси, Томпсони, Белла варигатная. Зеленая, была варигатная. А, вот это что-то интересное я пропустила. Это Гвинея Нью-Кост. Еще раз. Гвинея Нью-Кост. Гвинея Нью-Кост. Гвинея. Николсона, Гвинея, Нью-Кост ее вообще. Полное название очень длинное. А сколько она? Так, вот это 1000, по-моему. И есть там помельче, если что. 700. Значит, есть еще по 1000. Варигатная, вот, да? Это варигатная, да. Ну, вот компактная варигатная. Полторы. А, у нее разные варигатности, да, есть? Разные. Варигатная внутри, это снаружи. Регалис и Мауно. У нее даже здесь белая, здесь желтая варигатность. Классно. Спасибо вам большое. А контакты есть? Да. Визиточки, вот. Давайте продавца визиточки посмотрим. Так, а вы откуда? Краснодар. Краснодар. Вот есть все контакты продавца. Все, спасибо, Катечка. Побежали мы дальше. Это Катечка продолжается. Ну давай, ты рассказывай дальше. Да, по 500. А махровые, да, тоже по 500? Махровые, и желтые, да. Оранжевые, варигатные, да? Угу. Классно. Так, а это у нас мотлет, да? Да. Сунгоню. 500 рублей. Да. Крупный такой прям. Неон лайма варигатный. Тут разные есть размеры. 500, 1000. Такая вот. 1500, если не ошибаюсь, смотреть. Вот так, это серый призрак. Тоже 1500, есть поменьше за 800. Это ангустатум. От 200 и до 500. Триколор от 400. Это у нас кто-то. Биколор 500. Это что-то из марант. Черная, я точно не знаю название. Это пинклава. Это регенерет. Это рептофила. Да, это Golden Venetian. Три короля. Три короля где? А, вот три короля, да. Так, эти красивые подгнили, такие махровые. Классные. А есть желтая махровая вообще? Вообще есть в коллекции. Да, с ней? Да. Ага. Все, спасибо. Зацветем, принесем. Дальше, привет. Мы с тобой здороваемся же. Так, дальше у нас... Господи, я уже забыла. Кто это?
Традисканция, вот. Традисканция, такой хороший кустик. Сколько такие кустики? Почем такие кустики будут? 200 и 150. 200 и 150. Такие большие, хорошие кустики. Это виноград, да? Комнатный виноград. Вот, карноза. Это какая у вас? Триколор? Биколор. Биколор? Да. Угу. Это прям кустики такие продаются, да? И почем они? 500 и 300. Угу. Красивые очень. Так, суккуленты у нас тут. Это интересная, пурпурная, да? Цветущий кактус. Так, это у нас фикус. Фикус. Али. Али фикус, да? Да, микрокарп. Тоже фикус такой. Да. И вот такой. Тенеки, да? Да, белиз, наверное, да, скорее да, всего. Так, ну дальше мы идем. Здесь у нас Марина Контрикова. Всем привет, передает Марина. Марина уже отсняла репортаж, отработала уже. Молодец. Нет еще? Видео пытаюсь загрузить. Видеоанонс. Не загружается, плохо загружается. Тут интернет, наверное, плохой, да? Так, у нас тут у Марины суккуленты. Такая полочка. Полочка здесь рядом со столиком. Вообще красиво здесь смотрится, да? Вот с этими полочками, со всеми. Так, красиво смотрится. Эстетично, можно сказать. Такое уютненькое такое местечко. Еще хорошо, когда... Вот это красивое, это у нас... Это у нас... Вон пассаж. Нет, вот это у нас. Фуксия. Это фуксия. Это фуксия. Смотрите, какие юбочки у нее. Прям старалась. Вот еще такая. Полюсов у Марины, как всегда. Огромная коллекция. Иониумы варигатные. Наши же. Полюс у тебя почем? По 100. По 100 рублей полюсы. Такая, если много, будет скидочка. Яркая полянка. Такая, разные сорта тут есть. Они же у тебя все сортовые, да? Да. Угу. Я помню, как-то ты видео сделала свои обзоры. Ну да, да. Я сейчас обновила альбом уже из одноклассников. Да? С новыми сортами. Классно. Так, у Марины также цитрусовые есть. Ароидные. Суккуленты уже в таких больших горшочках. Иониумы такие кустики. Огромные прям сциндапсусы. И, конечно же, пеларгонии. Огромная такая красивая полянка пеларгоний. Розебудная такая, смотрите, красавица какая. Красные. Там такие красные-красные. Такие лососевого цвета. Белые, розовые. Тюльпановидные вот есть. Тюльпановидные. Красивые. Вот такая яркая есть. Дальше мы переходим. Это у нас Саша Александра Красина. И у Александры у нас здесь орхидеи. Орхидеи очень красивые сорта. Все сортовые. Орхидеи тут у нас есть и 2900, и 750. В общем, цены разные. И 1000 рублей есть. Тут есть цветущие вот такие красавицы. Варигатные есть. Фаленопсисы. Коробочка с фиалочками, хои, несколько сортов. И есть также грунты для орхидей. Вот такие вот кора разной фракции. Вермикулит, пеностекло, удобрения. Это японские удобрения? Японские удобрения? Японские удобрения. Вот разные фасовки. И также фунгициды и акарициды, инсектициды. Так, это контакты продавца Александра Красина и номер. Здесь ссылки на соцсети. По QR-коду можно пройти на страничку Александры. Кого интересуют орхидеи, сортовые разные.
какие. Сейчас там коренешки. Сейчас у нас здесь отдельно находится место Виктора, который у нас представляет адениумы. Адениумы есть вот такие огромные кусты. Наверное, больше 10 лет такому адениуму. И вот такие вот цветущие уже сортовые прививки. У тебя от 500 рублей, да? Да. От 500 рублей можно купить прививочку. Махровые разные. Красные, белые. Уже очень крупные такие можно. Вот такие вот интересные. Ты фотографии обновил, смотрю. Да, фотографии обновил. Вообще классно у тебя здесь смотрится. А, даже да, сеянцы есть. Да, есть сеянцы, да? По 200 рублей. Угу, сеянцы по 200 рублей. Ну, ты прям... Здесь сорта. У тебя широкий ассортимент. Да, чуть-чуть обновил. Молодец. Красивые все. Все красивые. Сорта называется, да, чеширский кот. Он такой. Сколько он такой? А, да? Да, цветет и так, и так. Угу. Сколько он стоит такой? Ну, конкретно вот этот с таким кузом, то есть он будет стоить рублей 700. Рублей 700, ага. Красный. Это что же он же, да? Да, тоже. Только... Uh-huh. Да, тоже примерно 600-700 рублей, uh-huh, в зависимости от размера. Uh-huh. Красиво. Это они уже летом будут цвести? Вообще, да. Да. И варигатная форма. Да, один тут варигатный есть. Uh-huh. Красиво. А этому сколько лет? Вот этому около 10. Ну, я тоже говорю, около 10 лет, да. Также есть семена. И семена даже есть. Семена почем? Семена... Ну, 150 рублей 10 штучек. 150 рублей 10 штук. Ну и 300 рублей 20 штучек. Угу, угу. Вот такой у нас тут есть интересный столик с адениумами. Простонародье называется роза пустыни. Дальше у нас столик. Очень много представлено сортов эписций. Очень много представлено сортов хой. Сразу покажу, чтобы не забыть. Контакты продавца. С Геленджика продавец. Здесь у нас фикусы разных сортов, лесные кактусы, шлюнбергеры, синдапсусы ароидные. Цены вот написано 150, 100 рублей, 200 рублей. Также есть тут у нас эсхинантусы разные. Ароидные. Филодендроны. Симбониумы такие разные. Пинкспот 200 рублей. Побольше кустики сингониума. Пепперони 350-400 рублей. Мурдания 100 рублей. Агланемы 800 рублей, 1300, цены разные. Очень яркие растения. Вот такая вот агланема есть, очень красивая. Так, далее у нас здесь столик майи архиповой. Фиалочки. Смотрите, какая шапка. Шапка цветов огромная. Apple Fantasy очень красивый, да, сорт. Да, очень популярный. У него такая и вестралистность. Обратно. Да. Да, да. Да, 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 да. А до этого у меня. А до этого у меня был мне помешал. Шелковое кружево ле. Очень красивый сорт. Темно-бордовый. Грозовые облака. АВ. Вот это плохо, как и прикольно. Вот это? Ага. Красиво.
Ну, да, крупный такой, да? Игры Посейдона. Такие жирные, прям хочется вкусненьких. Да, точно. Водяной. Ой, красивый сорт. River Mist. Heavenly. Такой вот поле спорт. Стрептокарпусы. Такие вот огромные прям. Огромные. Укорененные листочки. Укорененные черенки фиалочек. Детки стрептокарпусов от 200 рублей. Новый психоделик, химера, такая 1000 рублей стоит. И детки фиалок. Каждый узик, потом еще купить. Это наша выставка. Еще только утро. Люди только-только, участники только-только разложили свои столики, приготовились. И скоро мы начнем встречать наших гостей и посетителей. Подписывайтесь на наш канал. Не забывайте поставить лайк. И всего доброго. Всем здоровья. Всем пока.